К другим темам. Ученые определили качество воды в реке Обь. Мероприятие организовано в рамках проекта «Экологическая безопасность Обь-Иртышского речного бассейна», направленного на исполнение задач нацпроекта «Наука». В 2020 году при поддержке Российского центра освоения Арктики ученые Салехарда, Тюмени и Барнаула провели комплексное гидрологическое исследование. В том числе изучили качество воды, ее гидрохимический состав и состояние донных отложений реки Обь в районе села Салимал Ямальского района. Полученные данные позволили рассчитать индекс загрязненности воды, определить объем стока загрязняющих веществ, переносимых рекой в акваторию Обской губы. Кроме того, учеными проведено количественное и качественное изучение состояния водных микроорганизмов для определения способности к самоочищению водных потоков Оби. По результатам исследований учеными подготовлены предложения по созданию сети стационарных исследовательских полигонов и единой методической базы для их функционирования в пределах бассейна Нижней Оби. Обь-Иртышский речной бассейн формируется на площади 2,7 миллиона квадратных километров. Он охватывает 14 регионов России, Казахстан и Китай и представляет собой единую экологическую систему, испытывающую колоссальное по степени разнообразия и интенсивности техногенное воздействие со стороны агропромышленного, нефтегазодобывающего, горно-промышленного комплекса, урбанизации, гидроэнергетики и гидротехнического строительства. Благодаря реализации проекта будет обеспечена экологическая безопасность водного объекта на межрегиональном и международном уровне.